В галерее «Костюринский переулок» для выставки выбрали несколько десятков копий работ Шри Чинмоя. Картины уже состоявшийся спортсмен, поэт, композитор и философ-миротворец начал писать в 43 года. Не привязываясь к канонам, вырабатывал свою технику – джар-накала, в переводе – фонтан искусства. В связи с тем, что сейчас каждый из нас нуждается, особенно в Украине, вот каком частичке хотя бы внутреннего покоя, мы решили организовать такую выставку. С помощью акриловых красок, самодельных кистей, фломастеров и собственных пальцев сотни тысяч композиций создавались спонтанно. Культурное наследие автора выставляли в Лувре, в залах ООН, музеях Лондона и Нью-Йорка. По всему миру миллионы последователей его философского учения. Он, когда общался вот со своими учениками украинскими, всегда отмечал, что это удивительные люди, свободные как птицы, радостные, светлые. Это были люди, которые продолжали его дело. Простые на первый взгляд творения одного из самых самобытных художников современности наполнены гармонией и, по словам зрителей, вызывают ощущение радости и счастья. Я, конечно, вижу в нем очень глубокого духовного мастера, очень интересного философа и просто жизнерадостного, оптимистичного человека с очень хорошим чувством юмора. Это вот уникальность, смелость и обильность. Это вот три такие качества, которые я выделяю, и все равно они все попадают под определение уникальности. Посмотреть авторскую живопись и графику, познакомиться с книгами Шри Чинмоя и послушать его музыкальные композиции харьковчане смогут в галерее «Костюринский переулок» до 15 апреля. Оксана Шинкаренко, Виталий Осмачко, медиагруппа «Объектив».